Друзья, всем привет-привет! С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Не забывайте лайк поставить, на канал подписаться. Я немножко дальше отошел от нашей базы отдыха чуть-чуть. И что вы думаете? Я тут нашел кое-что интересненькое. Поля, луга и местный аул с юртами. Так офигенно смотрится на фоне гор, гармонично. Атмосферно вообще крутяк, ребят. 2024 год. Люди вон в юртах живут. Ну, я думаю, это, знаете, это, наверное, скорее всего, для туристов. Может, какая-то развлекушка или базарчик там, или еще что-то. Да, там магазинчики вон я вижу. Ну, смотрится очень круто. На фоне гор вот это вот такая вот атмосферность, первобытность. Вот если бы еще машин вон там не стояло, было бы вообще класс. Ну, мне прям очень понравилось. Вот так вот, с одной стороны дорога, горы, с другой стороны аул, и вот так вот Иссык-Куль, озеро. Вообще, хотя... Да, я знаю, надо говорить Иссык-Коль. Ну, я так не выговариваю, ребят, да. По-киргизски Иссык-Коль он будет вот, правильно называться. А если по-русски, то Иссык-Куль. Так что не обижайтесь. Я постарался сказать, как правильно называется. Ох, ребят, ну аул, конечно, вообще красивый. Не знаю, чего мне так понравилось, но смотрится вообще бомба. Особенно на фоне вот этих гор, которые в облаках наполовину уже. Очень круто. Как будто фотошоп какой-то. Так даже в реале смотришь, офигеваешь. Шум волн успокаивает. Вот так с утра вышел, погулялся, кайфово. Особенно после завтрака. Погодка сегодня что-то не такая, как вчера. Вчера солнечно было. Но я думаю, может, к обеду выйдет солнышко. А я пока здесь. Ладно, ребят, затягивать видео не буду. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставить лайк обязательно. Давайте, друзья, до скорого. Пока-пока.